Запись, демонстрация экрана. Итак, сегодня мы с вами начнем знакомство о том, что такое программирование. Вообще, познакомимся с таким предметом, как программирование, и рассмотрим, что это такое, как работает программа, как хранятся данные, низкоуровневое, высокоуровневое программирование, языки программирования, что на нем пишут, и протоколы интернета. Какую-то часть информации я вам скину в канал, вам нужно будет это почитать. Опять же, я никого не заставляю. Если хотите, информация, на мой взгляд, очень интересная и поучительная. Поэтому советую к прочтению. Опять же, курс разработан для полных новичков, поэтому может кому-то, у кого уже есть опыт с этим, кому-то может быть неинтересно. Но опять же, повторю, курс для новичков, поэтому я буду все разжевывать с самого простого, с самого начала. Итак, первое, что мы с вами рассмотрим, это что такое программирование. Само программирование – это процесс создания компьютерных программ. Один из основателей языков программирования, Никлаус Вирт, он сказал так, это программы – это алгоритмы плюс структуры данных. Что хочу сказать, что вот этот вот Никлаус Вирт, он первый создатель таких простых языков, как Паскаль, Оберон, Модул. Это первые языки программирования на компьютере, которые у нас были, на которых уже начали писать. Потом следующее, алгоритмы. Алгоритмы от имени Аль-Хорезми. Это арабский ученый. От имени именно Аль-Хорезми, это был математик, один из крупнейших средневековых ученых XI века. Он был математик, астроном, географ и историк. Его биографию, краткую, его достижения в науке, я вам скину на канал. Если интересно, обязательно прочтите. Потому что вот вы даже не представляете, какой большой вклад он внес в математику. Опять же, это мусульманские ученые. И вот его именем и уже было вот названо вот это слово алгоритмы. Это конечная совокупность точных заданий, правил, решений, производительности класса, задач или набор инструментов, описывающий порядок действия, исполняемого для решения некой задачи. В будущем, иншалла, мы с вами также рассмотрим и алгоритмы. Очень хотелось бы, чтобы у нас с вами получилось рассмотреть все, как работают алгоритмы, научиться их решать на языке программирования Java. В программировании это очень важно. Если вы начинаете делать какие-то сложные программы, то алгоритмы это необходимо знать, необходимо понимать. Но опять же, все будет зависеть от вашего, так сказать, желания. Если вы поставите себе цель вникнуть, у вас все получится. И не надо там говорить, что я с математикой не дружу. Много видела людей, которые не дружат с математикой, но программируют довольно-таки неплохие специалисты. А также выключайте звук. Да, выключайте, ребят. А также вот, что хочу сказать о структуре данных. Это программная единица, позволяющая хранить и обрабатывать множество однотипных, всяких логических связанных данных в вычислительной технике. Первый язык, который понимает компьютер, это машинный код.
Машинный код – система команд конкретной вычислительной машины, которая интерпретирует непосредственным процессом или микропрограммами в этой самой вычислительной машине, в нашем компьютере, так сказать. Запись я поставила. Итак, вообще, как работает программа? Компьютерная программа — это комбинация специальных инструкций в компьютере и данных. И так она, в принципе, можно сказать, работает. До момента, когда пользователь компьютера явно или неявно выдает запрос на выполнение компьютерных программ, она обычно хранится в энергозависимой памяти. В самом, ну, когда вы выполняете какой-то запрос, допустим, открытие программы, он постепенно запускает в саму память данного устройства, будь то компьютер, либо ноутбук, либо там, планшет, телефон. При получении такого запроса непосредственно другой компьютерной программы называется операционной системой загрузок в память в память с производственным доступом. Оттуда и непосредственно может выполняться центральный процессор. После этого центральный процессор выполняет программу инструкция за инструкцией до ее завершения. Выполняющим называется процессом. То, что выполняется, называется процессом. Завершение программы происходит либо по достижении последней инструкции, либо по ошибке. Либо оно запускает, другими словами, либо выдает ошибку. Ошибка может быть по разным причинам. В программировании есть низкоуровневые языки программирования и высокоуровневые языки программирования. Низкоуровневое программирование – это в первую очередь программирование железа. Оно ближе к программированию самого железа, то, что понимает наш процесс, внешние там, какие-либо устройства. Необходимо помнить при программировании, необходимо помнить и об архитектуре процессора, разрядности процессора, может даже и о регистрах процессора, и их количестве. Низкоуровневое программирование очень сложное. Такой язык программирования — это ассемблер. Вы, наверное, часто встречали такие, как вот 0, 0, 1, 1, 0. Часто любят это рисовать. В принципе, это и называется машинный код. Наши все языки, я бы даже так сказала, языки, на которых мы программировали. Кто-то поднял руку. Все на ваше усмотрение. Если считаете что-то нужным, интересным, конспектируйте. Запись урока, иншалла, будет. Итак, на любом языке, которым бы вы ни писали, он переводит внутри у себя в машинный код. Вот именно в этот язык программирования, когда 001, 0, там 1, 0, 0 и так далее. Это целая цепочка этого языка. Ну, целая цепочка этих нулей и единиц. Это машинный код. И если когда мы будем писать на Java, мы будем писать обычными буквами и цифрами. Фигурные скобочки, там запятые, точки. Но внутреннее устройство этого языка будет переводить, так сказать, закрыто от нас в машинный код. То есть в код, который понимает сам компьютер. Это опять же вот эти вот нули и единички. Также к низкоуровневому языку программирования можно отнести
Язык си — это чистый язык, если на нем уже писать без всяких, ну, дополнительных библиотек. Вот. Если, ну, буквально на самом чистом языке, без каких-либо там библиотек, встроенных модулей, то его тоже можно отнести. Но когда уже используются дополнительные какие-то элементы библиотеки, это уже высокоуровневое программирование. К высокоуровневому программированию это уже такие языки, вот самые популярные: JavaScript, Python, Java, Ruby, PHP. Для простоты и удобства они используются программистами. Эти языки были разработаны для платформенной независимости сути алгоритмов. Зависимость от платформы перекладывается на инструменты программы, трансляторы. Компилирующий текст, написанный на этих языках, на языках высокого уровня, в элементарные машинные команды. Дополнительно такие языки, как C++, C#, Delphi, Java, PHP, Python и так далее. Их очень много. Не тот открыл. Вот, это языки программирования высокого уровня. А может быть, вы в школах или в техникумах с чем-то уже были знакомы. Допустим, Basic. Раньше там Pascal, Basic изучали у нас в школах. Сейчас не знаю, какие там языки преподают. Но это уже языки высокого уровня. А вот этот слайд, который я открыла, пропустив предыдущий, это самые популярные языки программирования. Ну да, в Basic много чего было. И рисовали, и мы бабочек рисовали в Basic. Но это все в прошлом. Этот язык, кстати, уже, так сказать, умер. На нем практически вы не найдете работы, не найдете вакансии на этот язык. Он уже в прошлом, я так скажу. Итак, начнем. Пятерка самых популярных — это JavaScript. Первый язык. Он самый популярный. Объясняет это его универсальностью. Язык поддерживается всеми браузерами. На нем пишут как для и компьютеров, для ПК, так и для мобильных устройств. На JavaScript можно писать и уже пишут мобильные программы. Допустим, вот есть программы для Android. Python. Тоже очень популярный язык, и он набирает обороты в наше время. На нем написаны такие приложения, как центр приложения Ubuntu. Ubuntu — это, ну, графическая оболочка Linux, операционная система Linux. Ну, думаю, что из вас найдутся люди, которые уже имеют представление, что такое Windows, что такое Linux. Inshallah тоже про эти программы, не программы, а операционные системы, о том, что надо прочитать, я скину в канал группы. Также на Python написана такая команда, как Blender. Это бесплатная версия, лицензия у него GNU, она полностью бесплатная, открытый исходный код у него. Любой желающий может зайти и скачать эту программу. Это для 3D-рисования. Вот этих вот мультики, если вы обращали внимание, сейчас они компьютерные. Вот на таких вот программах можно рисовать мультики. Также GIMP. Это замена Photoshop. GIMP, он свободно распространяемый. Любой желающий может тоже его зайти и скачать. Он написан на Python. Также написаны на Python игры. Многим из вас, скорее всего, знакома игра World of Tanks. Она написана на Python. Blender. Сейчас я его наберу.
Но это, я не знаю, это надо уметь. Надо чувство. Вот. Также можно сказать смело, что сейчас много сайтов. На Питоне написано, это веб-разработка. Также замечено, что системное администрирование очень много в Linux используется, кстати. В системном администрировании очень популярный язык такой универсальный. Также научные исследования на языке Python. Как именно на языке Python научные исследования происходят, я этого не знаю. Следующий язык – Java. Чаще всего на Java пишут серверную часть, мобильные приложения, различный банковский софт, масштабные веб-серверы. Даже пишут сайты, но это очень редко. Тут вопрос, какой язык, по-моему, самый легкий. Самый легкий, я бы сказала, это HTML и CSS. Следующий идет JavaScript. И после JavaScript уже там Python, PHP. Вот. Ну, Java, он уже более сложный язык программирования. Хочу заметить, что в иностранных школах, в Америке, например, в школах изучают первый язык программирования — это Java. Не как у нас Basic, там, Pascal, который не пригодился вообще никогда никому, но тем не менее. Потом еще есть такой язык программирования, как Ruby. На Ruby редко, но пишут сайты. Административные скрипты, небольшие программы для персонального компьютера. Самый распространенный язык программирования, я бы сказала, это PHP. На нем пишут сайты. Большинство сайтов, большинство, написаны на этом языке. Некоторые программы на нем могут быть написаны, такие как агент Mail.ru, он написан на PHP. Пишут разнообразные боты. Например, чаще всего эти боты, они в Телеграме используются, в Дискорде такая вот программа, это он выполняет какую-то определенную задачу. Да, и зная один язык, второй язык уже идет легче, намного. Я даже видела людей, которые, зная один язык, за 2 недели учили совершенно новый язык. Потому что была такая необходимость, и сразу приступали к коммерческой разработке. А все потому, что, изучив один язык, легче уже другой язык изучить. Я бы даже сказала, что все эти языки, они очень похожи. Немножко отличается там структура, но поняв один язык, другой язык заходит уже намного легче и быстрее. Хотелось бы вам еще рассказать о том, как работает интернет. Интернет — это очень большая сеть компьютеров, которые могут взаимодействовать друг с другом. Каждый провайдер имеет магистральную сеть или бэкбон, они так называются. В 1969 году, когда был создан интернет, эта сеть объединяла всего лишь 4 хост-компьютера. А сегодня их число в десятки миллионов раз больше. Каждый компьютер в сети — это часть самой сети интернет. Больная сеть? О, это я ошиблась, очень большая. Это я ошиблась. Итак, опять же, каждый компьютер в сети — это является частью интернета. Подключение в домашний интернет
скорее всего, используют для подключения домашнего интернета, скорее всего, используется модем. В принципе, соединение с провайдером может идти по различным каналам. В каком году? В 69-м году. Он всего, вот смотрите, в 69-м году это было, так сказать, начало. Он объединял всего 4 компьютера, 4 хост-сервера. И уже потом начал более-менее расширяться. Итак, по каким каналам? По телефонной линии. Ну, по крайней мере, раньше очень часто использовалась эта телефонная линия, что у кого были телефоны такие проводные, если кто-то подключал интернет, то он не работал. В то время как если кто-то начинал звонить, то интернет переставал работать. А также на основе беспроводной или спутниковой сети, кабельного ТВ или даже по силовым линиям. Каждый провайдер имеет свою магистральную сеть или бэкбон. Обычно провайдеры – это крупные компании, которые в ряде регионов имеют так называемые точки присутствия, где происходит подключение локальных пользователей. Провайдер может арендовать волоконно-оптические линии у телефонной компании для соединения всех своих точек присутствия, а может протянуть свои собственные волоконно-оптические линии. Крупнейшие компании имеют свои собственные высокопропускные каналы. Все клиенты провайдера могут взаимодействовать между собой по собственной сети, а клиенты компании по своей собственной. Скорость передачи информации на различных участках сети существенно различается. Магистральные линии или бэкбоун связывают все регионы мира. Это высокоскоростные каналы, построенные на основе волоконно-оптических кабелей. Как отключить камеру? У вас там есть... Вот. Выключить звук и рядом выключить видео. Ну, это кратко о том, как работает интернет. Вообще, сейчас провайдеры стараются протягивать свои собственные линии, ни у кого их не арендовывая. Потому что вот такие примеры есть, когда используют, берут в аренду чью-то линию, человек, имеющий определенные навыки, сидя у себя дома, может подключиться к принтеру, допустим, университета, который использует ту же, так сказать, линию. Только у него, допустим, другой провайдер, ну, провайдер номер два. И провайдер номер один – это тот человек, который сидит у себя дома с определенными навыками. И он, имея эти определенные навыки, может взять и распечатать какую-нибудь, грубо выражаясь, ерунду на принтере того университета, допустим, в приемной. И потом они будут очень долго думать, что произошло. Но смысл в том, что сейчас все провайдеры, более-менее развитые, пытаются проложить свою собственную линию. Конечно, в больших городах есть эти провайдеры уже монополисты, потому что есть ограничения в том, чтобы протягивать какие-либо другие линии. То, что это будет уже наложение этих проводов. Можно наблюдать в интернете такие картинки, как Китай и другие страны некоторые, когда эти провода полностью закрывают все небо, протянутые, свисают везде. Поэтому вводят ограничения в больших городах. И кто успел, занял нишу, кто не успел, идут другие места занимать, так скажем. И теперь немного о протоколах интернета. Это тоже нужно понимать.
Это способы передачи информации в интернете. Их называют протоколами. Два типа протокола – базовые и прикладные. Базовые протоколы отвечают за физическую пересылку сообщений между компьютерами в сети интернет. Это протоколы TCP/IP. Наверное, многие из вас вообще встречали это название TCP/IP. Итак, прикладными называют протоколы более высокого уровня. Они отвечают за функционирование специальных служб. Например, протокол HTTP служит для передачи гипертекстовых сообщений и протокол FTP для передачи файлов, SMTP для передачи электронной почты. Если у вас на компьютере, допустим, установлена программа, то для передачи почты будет использован именно этот протокол. Набор протоколов разных уровней работает одновременно и называют это стеком протоколов. Каждый низлежащий уровень стека протокола имеет свою систему правил и предоставляет сервис для вышележащих. На нижнем уровне, то есть на уровне TCP/IP, используются два основных протокола. IP – это интернет-протокол, и TCP – Transmission Control Protocol, протокол управления передачами. Архитектура TCP/IP предназначена для объединения сети. Интернет состоит из разносторонних подсетей, соединенных друг с другом разными шлюзами. А чаще всего мы можем сталкиваться, когда браузер может заблокировать какой-нибудь шлюз и перестает работать программа на передачу каких-нибудь данных. В качестве подсетей может выступать разные локальные сети: TokenRite, Ethernet и другие. Различные национальные, регионные и глобальные сети. К этим сетям могут подключаться машины разных типов. Каждая из подсетей работает в соответствии со своими принципами и принципом связи. При этом каждая подсеть может принять пакет информации и доставить его по указанному адресу. То есть требуется, чтобы каждая подсеть имела некий сквозной протокол для передачи сообщений между двумя внешними сетями. Согласно протоколу TCP, отправляемые данные разбиваются на небольшие пакеты, фиксированные структурой длины, маркирующиеся, чтобы при получении данных можно было бы собрать в правильной последовательности. Если среди вас есть администраторы, чаще всего наш интернет, когда начинает медленно работать, бывают проблемы именно с потерей данных, с потерей пакеты. Теряются пакеты по пути. Это, ну, распространенная проблема в этом. И это, ну, теоретически это проблема на самой сети. Вообще интернет, он как цепочка. Я бы даже сказала, вот есть головной офис где-нибудь в городе, и от него идут по цепочке линии. И вот на одном из соединений таких ячеек, если плохо работает оборудование, начинается теряться интернет, потеря пакетов. И это может, ну, существенно влиять на работу самого интернета. Обычно длина одного такого пакета не превышает 1500 байт. Поэтому представьте себе, на какое количество разбиваются все наши данные, что мы передаем через интернет. Малая длина пакетов не приводит к блокировке линии связи и не позволяет отдельным пользователям надолго захватывать канал связи.
Итак, немного про адресацию. Статический и динамический IP. Это самое распространенное у нас. Каждому компьютеру, подключенному к интернету, присваивается идентификационный номер, который называется IP-адресом. Но если мы осуществляем сеансовое подключение, то IP-адрес выделяется только на время этого сеанса. То есть наши провайдеры, они присваивают к нашему модему на время подключения к интернету свой определенный IP. После того, как мы выключили компьютер, там легли спать, ушли, там еще что-то, этот IP-адрес, чтобы не застаивался, его передают другому пользователю, который в это время подключился к интернету. Это вот присвоение на время сеанса связи динамически, а статически это постоянный IP-адрес, его подключают тогда, когда нужно постоянный IP-адрес. Допустим, вы у себя дома решили сделать веб-сервер, какой-нибудь сайт посадить на свой компьютер, и чтобы он всегда был доступен по интернету, по сети, ему обычно заключается договор с провайдером о том, чтобы выделили статический IP-адрес, который будет всегда находиться именно присвоенный к этому компьютеру. А также IP-адрес, он имеет такие вот форматы, как вы видите здесь на слайде, где вот эти вот 3 икса — это числа от 0 до 255. Так, у нас время заканчивается. Я всем говорю о том, чтобы видео выключали. У нас на экране, главном экране, здесь есть выключить звук, выключить видео. Да, урок идет. Надо нажимать «Выключить звук» и «Выключить видео». Тогда мы вас не видеть, не слышать не будем. Те, кто не выключает свое видео, мы вас видим. Если у вас подключена камера, то мы вас видим. Итак, сегодня у нас такая вводная, так сказать, лекция. Сегодня у нас вводная лекция. Мы с вами прошли знакомство с интернетом, с таким предметом, как программирование. Определились, что такое программирование, как работают программы, как хранятся данные. Низкоуровневое программирование, высокоуровневое, языки программирования, протоколы интернета. С протоколами интернета в программировании тоже придется работать, поэтому хорошо было бы, если бы мы... Звук есть, да, звук есть. Чтобы мы попытались лучше освоить, я вам буду скидывать информацию на канал группы для прочтения. Информацию вы можете скачивать, хранить у себя, передавать другим. Я не... авторское право, я не преследую никакое авторское право. Если хотите, можете со всеми делиться, с кем захотите. Итак, на сегодня у нас все. Просто немного я приболела.